Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя подошла к концу. Самое время настроиться на интересные и захватывающие выходные. Куда сходить и что посмотреть в Самаре, я расскажу прямо сейчас. 16 декабря в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция о том, как отмечали Рождество и Новый год в старые времена. Празднование Рождества – давняя и любимая европейская дореволюционная традиция, а отмечали его 25 декабря. Это было одно из самых любимых и долгожданных событий как детей, так и взрослых. На лекции расскажут о символике, особенностях празднования, традициях украшения домашней елки и как именно в Самаре отмечали этот праздник, где можно было купить рождественские подарки, какие посетить рестораны и где проходили праздничные мероприятия. Лекция начнется в 16:30. 17 декабря в 14:00 в музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Места». Она посвящена проекту «Энциклопедия самарских улиц». В его рамках были с краеведческой точки зрения описаны все улицы Самары. От многокилометровых шоссе до переулков длиной в несколько десятков метров. Экспозиция выставки представлена 17 стендами с информацией о знаковых для нашего города улицах. Также в 15:00 пройдет предновогодняя лекция «Самара в годы дракона». Выставку можно будет посмотреть бесплатно до 20 декабря включительно с 10 до 18:00. В воскресенье 17 декабря в библиотеке имени Надежды Крупской состоится первое занятие исторического клуба «Личности в истории». На встречах будут рассказывать об интересных исторических событиях и героях. Первое занятие посвящено Генриху VIII и реформации в Англии. Это начало цикла «Цели и средства». Вы узнаете об этом периоде и сможете поделиться знаниями и поучаствовать в дискуссии, а также развить аналитическое и креативное мышление. Исторический клуб рассчитан на подростков от 14 до 18 лет, но возрастных ограничений нет. Вход свободный для всех желающих. Начало в 15:00. На этих выходных в театре «Самарская площадь» покажут спектакль «Шут Балакирев». Действие пьесы происходит в эпоху Петра Великого, а сюжет посвящен рядовому Преображенского полка Ивану Балакиреву. Он спит на посту и мечтает хотя бы раз увидеть императора. Происходит невероятное, и главного героя зачисляют в шутовскую команду при царе Петре. Начинается головокружительная карьера Балакирева, возможная только в петровские времена. Спектакль состоится в воскресенье 17 декабря. Начало представления в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.